В Краснофлотском районе Хабаровска в ночь на субботу в мусорном контейнере обнаружены фрагменты предположительно человеческого тела. Отрубленные кисти и стопы, завернутые в полиэтиленовую скатерть, нашел бездомный. Люмпин копался в мусоре, пытаясь найти среди него что-то, что могло бы ему пригодиться. Находка его настолько испугала, что мужчина сначала убежал прочь, но потом вернулся, чтобы сообщить о ЧП полицейским. Ну, вот пакет просто задел, а там рука. Побежал. Рука, в смысле, человеческая рука? Человеческая, да. Ну, сейчас, может быть, животное такое похожее есть. Ну, я думаю, что это рука. Как просто вот открыли пакет, а там рука оказалась? Там видно, да, что рука. Вот так вот, вот кисть. Совершенно очевидно, что останки были вынесены в мусорный контейнер под покровом темноты. Сверток лежал сверху, поэтому бездомный и наткнулся на него почти сразу. Известна такая подробность. На кистях отрублены верхние фаланги пальцев. Если речь идет о преступлении, то это могло быть сделано с целью затруднения идентификации жертвы по папиллярному узору. В Следственном комитете пока не торопятся называть это событие криминальным. По одной из версий, найденные останки все же могут принадлежать животному. Биоматериалы направлены на исследование, по результатам которого следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. С места происшествия Надежда Томченко, Мария Склярова и Виталий Векслер.